Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Карачи – это город, который не раз попадал в рейтинги самых опасных городов на планете. Но даже здесь есть обратная сторона жизни, очень яркая, позитивная, беззаботная и жизнерадостная. Сзади нас самый престижный район города – Клифтон. Мы видим небоскребы и виллы стоимостью от нескольких сотен тысяч долларов и даже до миллионов. Но есть тут место, доступное абсолютно каждому. Это пляж Клифтон, где можно найти развлечения на любой вкус и кошелек. Ну что, пошли на пляж? Don't listen to a word that you say. Light up the night on a Tuesday. The vibe, nah, you can't kill it. Come on, man, you got to feel it. Посмотрите просто на эти масштабы. Кажется, что больше пляжа на планете не найдешь. В 20 веке это был один из самых популярных пляжей в мире. Но при всей своей популярности Клифтон не похож на другие легендарные пляжи планеты. Копакабана в Бразилии, Саус-Бич во Флориде, Вайкики на Гавайях. Это рай для любителей поваляться в шезлонгах, попивая коктейли, покататься на серфе или завести новые знакомства. Но на пляже Клифтон вы ничего подобного не увидите. В Пакистане все иначе. Здесь нет людей не то что в купальниках и плавках. Даже в шортах практически не встретишь. Это место живет по консервативным мусульманским законам. Вы посмотрите, здесь настоящий зоопарк. Орел. Чего здесь только не встретишь. Лошади, кобры, заклинатели, самодельные аттракционы, уличная еда, дешевые сувениры на любой вкус и цвет, безалкогольные напитки, фрукты. Но визитная карточка пляжа Клифтон – это верблюды. Даже мировые лидеры и первые леди не упускали возможности тут прокатиться. Когда в 1962 году Жаклин Кеннеди приезжала в Карачи, она тоже с удовольствием каталась на верблюде. В чем же магия этих верблюжьих прогулок? Ассалам алейкум! Как вас зовут? Хамиса. Очень приятно. Меня зовут Дмитрий. А вашего красавчика как зовут? Раджу. Раджу не плюнет в меня? Нет, нет. На пляже Клифтон вы давно работаете? Почти 45 лет. 45 лет вы работаете здесь с верблюдом? Да, с 8 лет. Ну что, сколько стоит прокатиться на корабле пляжа Клифтон? 200-300 рупий. Так 200 или 300, извините. За 200 прокачу. О, вот это хороший человек, спасибо. Опа! Между прочим, высота очень большая. Где-то поднимаешься метра на 2,5, на 3 над землей. Вид сразу становится великолепным. Полный. Море, пляж, музыка. Люди веселятся, улыбки. Очень кайфовое место. Хочу вам показать, как это все выглядит фактически моими глазами. Я сижу фактически на троне, и мы заходим в воду. На верблюде немного покачивает, но я вам скажу, что идти достаточно комфортно. Теперь мы уже галопом. Круто! Вот это вечер! Ну что, спускаемся? Опа! Опа, спасибо, Раджу! Раджу переводится как король, да? Да. Вы знаете, вот эти полчаса, что мы сейчас гуляли по пляжу, по воде, это были, пожалуй, самые счастливые полчаса, я не знаю, может быть, за 2 недели, может быть, за месяц в Пакистане. Знаете, вот душа радуется. Спасибо вам огромное. Так, 200 рупий, держите. Тебе 200 рупий заплатили. Скажи мужчине спасибо. Хамиса общается со своим верблюдом, как с хорошим другом. Да и вообще у верблюдов здесь особый статус.
Пакистане они сотни лет были незаменимой рабочей силой. Они вспахивали землю и перемалывали пшеницу. Животные были основным транспортом в Караче. С их помощью доставляли товары в магазины и перевозили пассажиров. Даже военные использовали верблюдов в качестве транспорта. Иметь верблюда было престижно. Все равно, что иметь крутой автомобиль. Но постепенно машины вытеснили верблюдов с города. Для животных с их погонщиками осталось место только здесь, на ярком и беззаботном пляже Клифтон. Хамис, а вот мы пока катались, я подумал еще вот о чем. А где живут все погонщики верблюдов? Ведь наверняка вы не можете себе позволить квартиру в этих домах за 300 тысяч долларов, за полмиллиона. Как проходит ваш быт? Неподалеку есть лагерь, где мы с верблюдами ночуем, отдыхаем. Там же поем и кормим животных. Во сколько там верблюдов? 40-50 примерно. Можно я понаглею и напрошусь к вам в гости, посмотрю, как вы живете? Да, можно. Ну, идемте, я с вами. Вот вы 40 с лишним лет работаете на этом пляже. Вы привыкли к этой неземной красоте, к этому пляжу? Сначала меня тут все восхищало. А теперь работаю себе, да и работаю. У меня бедная семья. Так что главное заработать. К сожалению, Хамиса, как и большая часть погонщиков, живет бедно. Прошли те времена, когда верблюд мог обеспечить своему владельцу безбедную жизнь. Сколько вам удается заработать за один день? Иногда зарабатываю 1000, иногда 2, иногда 3. Смотря сколько людей на пляже. А бывает, вообще ничего не зарабатываю. И корм верблюда оплачиваю из своего кармана. Верблюд мне как ребенок. Караче изменился, а вот погонщики не успели за этими переменами и не смогли приспособиться. Сейчас они теряют и работу, и надежду. И ежедневно сталкиваются с новой реальностью, которая часто застает врасплох. Неожиданно нас остановили мужчины на мопеде. А что происходит? Я не понимаю. Мы собираем налоги. С вас 100 рупий. 100 рупий. Я сегодня хочу помочь. Я хочу стать частью команды. Давайте чек. Держите. Вот, друзья. Я так понимаю, это просто, ну, такое разрешение, да? Я не образован. Не знаю, что там написано. Но говорят, что да, разрешение на работу. Чек. За парковку, кстати. Лошади или верблюда? Вопрос, почему мы платим за парковку верблюда, если мы верблюда не парковали? Это точно. Полулегальным попором Хамиса старается относиться с юмором. Куда уходят эти налоги? Он даже не знает. Но правила едины для всех, кто работает на пляже. Через пару десятков метров деньги требовали уже с товарища Хамисы, водителя Багги. Здесь постоянно происходят конфликты, потому что просят эти поборы. Какие-то погонщики ругаются, с кого-то просят дополнительный взнос. Когда увидели камеру, просили ее убрать. Вот обратная сторона. Везде поборы, скажи. И что, из вас тоже просят взнос за работу, да? Да. Вот, пожалуйста. Написано почему-то 200, хотя вроде пропечатано 100. Вы дали 100 или 200? 200. А почему? Это взяточничество и вымогательство. Дети, а с вас тоже просят взятки? Да. Сколько с тебя берут? Сотню. 100 рупий. Представляете, с детей тоже берут взятки. Ужас. А сколько ты заработал сегодня? 300. Сколько тебе лет? 12. Ты так помогаешь родителям? Да. У вас много людей в лагере погонщиков верблюдов? 30-40 человек. Сколько у тебя пирожных? 40 пирожных по 10 рупий штучка. Мы забираем все пирожные. Вот повезло. Спасибо. Я очень доволен, что смог все продать. Все, удачи. Пока. Оказалось, что водитель Багги Джамрос живет в том же лагере, что и погонщики. Поэтому доставить десерт на верблюжью вечеринку доверили ему. До встречи в лагере. Вы за сколько доедете? Минут за 5? Да. А нам еще полчаса. Ну что, до встречи! Вот видите, батарейка села. Вот эта вся иллюминация съедает заряд аккумулятора. Давайте я толкну. И... А нам предстоит получасовая прогулка. Бодрым шагом мы добрались даже быстрее. Видишь свет? Это уже наш лагерь. А, вот костер горит. Собака. Верблюды. Разглядеть лагерь в полной темноте сложно. Но даже то, что мне удалось увидеть, поражало. После яркого и жизнерадостного пляжа Клифтон мы попали в совершенно другой мир.
ощущение, что в трущобы куда-то попали. Боже, в каких условиях живут люди? Кошмар. Какие-то тряпки. Все это под кустами, но чтобы не так жарко было. Да, конечно, впечатляет. А что это за ванна? Вот еще одна ванна. Вы что, спа-салон собрались открывать? У вас везде ванны. Зачем они вам? Это чтобы кормить и поить верблюдов. А где вы берете воду пресную? Здесь же только соленое в море. Заказываем на всех цистерну. Нам привозят. А это что за шалаш? Там еда для верблюдов. Перемолотый комбикорм на основе пшеницы. Одного мешка хватает на 2 дня. Сколько стоит один мешок? 500 рупий. Плюс вода. Вода во сколько обходится? Примерно 150 рупий в день на воду. А почему нельзя родник сделать здесь? Вода есть грунтовая? Не можем, потому что это не наша земля. Мы тут нелегально. Иными словами, в любой момент лагерь верблюдов могут разогнать. Но затраты на корм, воду плюс нелегальный статус лагеря далеко не главная проблема, которая волнует погонщиков. Верблюды работают с нами только 7-8 лет. Потом от такой работы у них изнашиваются колени, и мы вынуждены их продавать и покупать новых. А куда потом? Продаем на Курбан-Байрам. А что с ними там делают? Ну как что? На Курбан-Байрам режут животных. Курбан-Байрам – это важнейший праздник в исламе. Его отмечают в честь пророка Ибрагима, который почитал Аллаха настолько, что был готов принести в жертву единственного сына по повелению Всевышнего. В последний момент Аллах заменил жертву на барана. И с тех пор в Курбан-Байрам люди совершают жертвоприношения. Подождите, вы же сами говорите, что верблюд – это член семьи. А при этом, когда он стареет, вы готовы продать его на мясо? А что делать? У нас такая работа. Если бы было больше денег, мы бы держали верблюдов, но не можем. Больно переносить такую потерю? Еще как. Положение погонщиков иначе как бедственным назвать нельзя. Это и есть закулисье яркой картинки пляжа Клифтон. На сутки я тоже стану частью этого мира. Поэтому мы идем знакомиться с начальником этого лагеря. Ассаламу алейкум. Дима. Меня зовут Абид. Я отвечаю здесь за всех, кто занимается лошадьми и верблюдами. Мы договорились с Хамизом, что я сегодня смогу у вас переночевать, стать вашим коллегой. Вы меня поселите и поужинаем вместе. Хорошо. Здрасте. Пойдем. Нужно расседлать верблюда. Все примитивно достаточно. Вот, украшения такие. А, видите, вот почему мне было так комфортно? Вот оно, мягенькое, под попу. Если все это не подкладывать, клиент не будет доволен. А вот седло, друзья. И поднимаем. Раз. Пока Раджа отдыхает, мы отправляемся на ужин. Я вас сейчас буду угощать нашими блюдами. Опа! Итак, начинаем. Смотрите, это наше золото украинское, наш хлеб черный, помидоры. Дальше. Живете на берегу, рыбу любите? Шпроты пробовали? Нет, не пробовали. Мы едим только лепешки и суп. Видите, вот здесь очень с питанием так сложно. То есть не все хотят. У нас просто на рыбу аллергия. У всех? Я так обычно говорю, когда мне какую-то гадость предлагают, я говорю, ой, у меня живот болит, ой, у меня аллергия. Пахнет вкусно, но есть не будем. Но вы же не пробовали, надо попробовать. Если с нами что-то случится, кто работать тогда будет? У этих людей наверняка нет денег на лекарства. Поэтому они боятся даже пробовать незнакомую еду. Но все-таки нашелся один смельчак. Держите. Ну вот единственный человек, тот, который тут моет верблюдов и ухаживает за ними, согласился съесть бутерброд с помидором соленым, но не бутерброд со шпротами. Ну как, вкусно? Да, очень вкусно. Давайте хотя бы десерт съедим. Мы с вами вместе купили пакистанские тортики у мальчика. Будете их есть? А десерт давайте. О, а это вы будете, тащите. Вы посмотрите, на тортики накинулись как просто. Сладкоежки все, а? Вы работаете здесь больше 40 лет. Вы застали то время, когда Карачи был городом туристическим. Много было туристов вообще? Да, много. Были из Японии, Франции, Китая, Малайзии, Ирландии. Но сейчас в других странах пляжи красивее, чем у нас. Поэтому люди едут туда. Когда вы последний раз катали иностранца? Один турист тут был 5-6 лет назад. Друзья, на самом деле оцените масштабы потери туристической индустрии.
когда последнего иностранца видели 5-6 лет назад. Моя главная мечта, чтобы туристов стало больше, и мы смогли больше зарабатывать для своих семей. Ну что, давайте завтра продолжим наши разговоры про туризм и будем вместе его развивать. Вы меня научите ухаживать за верблюдами, приводить их в порядок. Вместе пойдем зарабатывать деньги. Показывайте мне, где сплю я, где спит Саня Дмитриев. Вот. Желательно не с верблюдами. Да, пойдем. Итак, вот мой спа-лакшери-отель. Ну что, друзья, где я только не жил, так что поживем и здесь. Где Сашка может спать? Вот тут можно. А можно попросить под голову что-нибудь? На фанерке, конечно, неудобно. Идем. Да, друзья, бытовой экстримчик. Из корма для верблюдов нам сделают две подушки. И это как для иностранцев. Так. Так. Я бы еще, конечно, сено как-то подстелил, если никто не возражает. Санечка, я переодеваюсь, и пора спать. Не скажу, что я счастлив, но для того, чтобы понять обратную сторону жизни в Караче и в Пакистане, сегодня я сплю на первой линии возле Аравийского моря. Завтра будет особенный день. Спокойной ночи. Доброе утро. Вставай. Пора кормить верблюдов. О, Господи. О, Господи. Какая-то жесть. Я аж не видел этого в темноте. При свете дня упадок верблюжьего лагеря просто поражает. Шокирует. То, что я здесь вижу, еще раз доказывает. Погонщики так и не смогли приспособиться к новой жизни в Караче. Но кажется, что условия жизни и гигиена здесь никого не волнуют. Все спешат накормить и привести в порядок верблюдов. И быстрее зарабатывать деньги. Держи. Нужно набрать для верблюда еды и воды. А вы когда встали? 6 часов. А сейчас сколько? У меня телефон в рюкзаке. Сколько времени? Саня, сколько времени? Сколько? Я не понимаю. Я вообще не соображаю с утра. 6. Сколько уже? 7 сколько? 7:15. А что меня не будили раньше? Ты был очень уставшим. Я рано и не будил. Саня Дмитриев зато встал с утра, снял закат. Восход. Что? Восход. Восход. Я еще реально не проснулся. Тебе нужно взбодриться, а то денег не дадут. Я сейчас почищу зубы, побреюсь, все нормально. Я вам обещаю, сегодня заработаете рекордную сумму. На сборы Хамиса дал мне 5 минут. Ведь погонщику гораздо важнее собрать верблюда. Умываюсь и бегу помогать с кормом. Набирай корм в ведро. Вот так. Понятно. Доброе утро, друзья. Доброе утро. А зачем вы это вымачиваете в воде? Чтобы смягчить и вымыть. Вот это, друзья, завтрак. Сначала завтракают верблюды, потом уже, наверное, я так думаю, завтракают погонщики. Где Раджа наш? А, вот он наш Раджа. Король. Посмотрим сейчас, нравится ли Радже. Что ты фукаешь? А, его Саша смущает. Ес, красавчик. Набирайся сил. Наш верблюд пока только завтракает. А некоторые погонщики уже отправляются на пляж, чтобы успеть поймать первых туристов. Пойдем завтракать. Так, друзья, это ресторан. Доброе утро. Бери лепешки. Это лепешка ротти, да? С чем она? С яйцом. Вот обратите внимание, вы мои шпроты не ели, а я ваши ротти ем. По правде говоря, нам было страшно есть твою еду. Если правду сказать, тогда уже мне тоже немножечко кажется у вас грязновато. И есть здесь, так, ну, мало ли, можно что-то подцепить. Условия здесь и правда не очень. Правительство должно что-то сделать. Смотрите, у любой медали есть две стороны. Безусловно,
правительство виновато. Потому что хотя бы для того, чтобы поддерживать имидж города, вот такого допускать нельзя. С другой стороны, это ваш дом, вы здесь живете. Поэтому можно было бы всем собраться, убрать этот мусор, подмести, привести в порядок. Ну, можно же? Было бы красивее. Если было бы красивее, больше туристов приезжало бы? Конечно. Больше. И если бы было больше туристов, вы бы больше зарабатывали? Естественно. Вот. Возможно, ты прав. Теперь я буду стараться держать здесь все в чистоте. А наводить чистоту мы сразу же начали с самого главного. С верблюда. Так, тут я уже вижу, он недоволен. Что не так? Капризничает, что мы собираемся его купать. Я думал, дети все любят купаться. А этот нет, плачет, говорит, отстаньте. Не купайте меня. Слушай, будет хорошо, будешь чистый. Давайте мыть. Показывайте как, я же никогда не мыл верблюдов. Да что ты? Вы понимаете его язык? Что он говорит сейчас? Ему не нравится, когда воду на морду льют. Ну лицо ж надо умывать. Надо умываться обязательно. Вот, все, все, все. Больше не буду. Резнуля. Ну что, красавчик наш, пора омыть тебя полностью. Чистый! Так, ну что, какой у нас дальнейший план дня? Приехал парикмахер. Сейчас будет стричь верблюдов. Зачем это делать? Это же красиво. А красивый верблюд больше нравится людям и привлекает клиентов. Художественная стрижка верблюдов – обычное дело для Пакистана. В пустыне Халистан даже проводят конкурсы красоты среди верблюдов, где узоры на шерсти повышают шансы на победу. Здесь, на пляже Клифтон, погонщики стараются не меньше, но соревнуются не за призовые места, а за клиентов. Друзья, вы представляете, приехал парикмахер. Здравствуйте, меня зовут Дима, вас как? Вакас. Это ваше чудо-юдо, это, я так понимаю, генератор, какой-то пылесос. И вот такая гигантская машина для стрижки. Тяжелая даже, она весит килограмма полтора-два. Это специально для животных? Да. Давайте будем брить раджу. Чем я еще, друзья, только не занимался в своей карьере, но еще точно не был парикмахером для верблюда. Вот, место для стрижки. Салон красоты. Мы помыли самого грязного верблюда Хамисы, а брить идем нашего раджу. Как сделать, чтобы он сел? Ищи-щи-щи-щи-щи. Ищ-ищ-ищ-ищ-ищ-ищ-ищ. О, слушается. Ищ-ищ-ищ. Ищ. Полностью ищ. Молодец. Видите, ноги подвязываю, чтобы не брыкался. Впервые в жизни, друзья, я вижу такую штуковину. Машинка для стрижки и пылесос сразу, два в одном. О, как сильно бреет, смотрите. А дайте попробовать. Только медленно, медленно. Передаю привет своей сестре Ангелине Комаровой, стилисту-парикмахеру. Линка, смотри, как я умею. Давай сердце нарисуем. Давай лучше линии. Если вы не против, мы еще нанесли бы логотип нашей программы. Это древний архетипический символ Земли. Отлично. Первым делом верблюжий парикмахер взялся за свой коронный узор. Полосы. Нравится? Нормально. Дальше Хамиса решил добавить несколько элементов от себя. Что вы рисуете? Сердце. Вы же все испортили. Глушите машину. Мне кажется, что ваша машина грубовата для того, чтобы делать такие тонкие узоры, как сердце. Саша, ты бреешь бороду. Есть машинка? Да. Давай. Хорошо, что Саша следит за своей бородой. И у него всегда есть машинка для стрижки. Можно я попробую вмешаюсь? Пожалуйста. Саша, как включать? Просто кнопку нажимаешь, да? Так, ну что? Я впервые в жизни вообще стригу кого-либо. У меня был один опыт, когда я пытался в детстве постричь себя, не доставал до зеркала, пытался нащупать волосы и состриг себе полностью брови. Эта машинка хоть и компактная для домашнего использования, но у нее очень мощный мотор и профессиональный режущий блок. Поэтому смотрите, как отличается. Мы бреем верблюда практически на лысо. Тонкое дело рисовать на попе у верблюда сердце. Спасибо, Саша, что дал свою машинку. Только у меня к тебе вопрос. Ты теперь сам будешь ей бриться?
Помою буду. Я как смог поправил. Вот это сердце называется. Шеф, я думаю, вы убедились, что я могу что-то. Разрешите мне еще немножечко украсить верблюда спереди? Давай, украшай. Давайте, фломастер. Саша, мне нужна твоя помощь. Дай я покажу зрителям, что я сейчас буду рисовать. У Саши на груди логотип нашей программы. Попробуем сделать. Это будет непростая работа. Рисую примерно, как и танцую. Ну ничего, сейчас попробуем. Впервые в истории Пакистана и впервые в мировой истории. Логотип мира наизнанку на верблюде. О! Не двигайся, ты мне испортишь все. Ты будешь некрасивый. Да, такого мастера, как ты, нет во всем Пакистане. Что, правда? Я первый раз. Ты даже лучше мастера, которого мы всегда зовем. Научи его так же. Ну вы не стыдите так. У вас же другая задача. Хорошо, очень хорошо. Не сглазь. Я не думал, что за полчаса смогу сделать вот такое. Мне кажется, это будет эксклюзивный верблюд, единственный в своем роде на пляже Клифтон. Оказалось, что стрижка верблюдов затягивает. Входишь в раж. После первого удачного рисунка я уже не мог остановиться на одном. Я уже работаю фактически час. Практически закончил, друзья. К такому мы не готовились, я уже плачу. Здесь воняет, летают мухи, а я пишу любовь. Лежа в какашках верблюда. Ты отличный мастер, и машинка отличная. Держите, подарок. Спасибо. Саня, прости, я забыл спросить у тебя. Подарим? Ладно. А теперь давайте осмотрим результаты работы. Сердце на попе, полосы. Логотип мира наизнанку и любовь. Нравится? Да, очень хорошо вышло. Что скажет профессионал? Отличная работа. Хамиса вносит финальные штрихи хной, а я тем временем тоже иду готовиться к рабочему дню. Ну что, друзья, верблюда украсили, я переоделся, чтобы чистеньким, свеженьким отправляться на работу. Сегодня мы должны рекордную выручку получить. Не заработаешь денег? Оставим еще на одну ночь в лагере. Я с удовольствием. Опа! Ну все, теперь к работе 100% готов. Учитывая, что на Радже еще не подсохла краска, мы пока берем его на пляж исключительно для того, чтобы привлекать внимание. А работать сегодня будет вот этот красавчик. Как его зовут? Его зовут Баблу. Баблу? Я надеюсь, принесет нам бабло. Ребят, всем спасибо, до новых встреч! Я ухожу с надеждой, что глава лагеря все-таки наведет тут порядок, как и обещал. А нам тем временем пора зарабатывать. Начинается наш бизнес. 200 рупий как-то вот тут. Доса рупий? Доса рупий нормально? Пойдет. Я, как иностранец, видите, привлекаю внимание. Видите, все с телефонами сразу подошли. Похоже, я тут знаменитость теперь. 1000 селфи. Так, ладно, ребята, селфи, а мне работать пора. Ну что, кто первый клиент? Я буду первым клиентом. Так, 500 дал? Даже... Давайте без сдачи. О, 500! Первый клиент, как зовут? Джабраил. Забирайте. Можно еще, у вас друг есть? Есть. Вот так вот, за 500 двое. Ну вот, друзья, сразу, иностранец работает. Подъем! Ребята! Побежали! Опа! Опа! Класс! Лучшая поездка в жизни. Вы довольны? Вам понравилось? Супер! Отлично прокатились. Лучший погонщик на всем пляже. Ну что? Я тоже хочу. Вы не шутите? Вы даете 1000 рупий? Даю. Шеф! Я говорил, бабло будет. 1000, держите. Поехали. Дело пошло сразу. Буквально с первых минут на пляже от клиентов не было отбоя. Опа! Нравится? Нравится. Мы намотали по пляжу десятки кругов. А желающих прокатиться меньше не становилось. В глазах Хамисы я увидел настоящую радость. Возможно, сегодня впервые за долгое время работа была для него не просто рутиной, а еще и настоящим удовольствием. Ну что, по-моему, неплохо идет, да? И я считаю, что мы заработали хорошо, теперь нужно найти семью, которые не могут себе позволить покататься, и покатать бесплатно. Давай. Это все ваши? Да. Опа. Вот это, друзья, не по...
неподдельные эмоции. От своей вчерашней поездки на верблюде я был в восторге. Но еще больше радости мне принес сегодняшний день. Смех детей и взрослых, довольный Хамиса, толпы клиентов. Сегодня на пляже Клифтон стало еще больше ярких красок. Не знаю, как вы, но я получил от сегодняшнего дня настоящее удовольствие. Я желаю, чтобы у вас все получилось обязательно. Спасибо вам за эту случайную встречу вчера, которая превратила мои сутки в какую-то сказку, в кино. Мо! Когда приходишь на пляж всего на час и катаешься на верблюде, кажется, что у этих людей самая классная работа. Но изнанка другая. Очень хочется верить, что и погонщики, и их верблюды все-таки найдут свое место в обновленном Караче. А пляж начнут очищать от мусора и научатся не бросать его под ноги, что очень важно для города с огромным туристическим потенциалом. Но есть вещи гораздо хуже мусора. А это что за толпа собралась? А что тут происходит? О, заклинатели змей, друзья! Но людей как-то многовато вокруг. Мужики, а что происходит? Сейчас будет бой кобры и мангуста. Бой мангуста и кобры? Мангусты – это крохотные хищные зверьки, размером с белку, но с удивительной способностью охотиться на змей. В том числе на ядовитых. Древние египтяне считали мангустов священными, а в Индии и Африке их держат как домашних животных для защиты от змей. У мангустов нет устойчивости к змеиному яду, но их невероятная ловкость помогает выходить победителям даже из схваток с кобрами. Одними из самых ядовитых и опасных змей планеты. Смотрю, люди деньги держат. Ставки надо делать? Да. Ставят на то, кто победит. Развлечения с животными мы встречали в каждой экспедиции по всему миру. Но бои на смерть – это жесточайшее зрелище. Язык не поворачивается называть это развлечением. С этим тяжело смириться. Я в шоке. Это действительно жестокое обращение с животными. О! 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 Ничего себе, мангуст и кобра. Что они делают? Они издеваются над животными. Ребята, ребята! Стойте! Можно ставку? Я хочу купить мангуста. Почем мангуст? Он стоит хороших денег. Ну скажи мне нормальную цену, я заберу сейчас. Можно обсудить. Кобра, вы готовы продать кобру? Смотря за сколько. Если я у вас куплю мангуста и кобру, вы готовы отменить этот бой? Потому что мне жалко их. Купишь, делай с ними что хочешь. Давайте отойдем в сторонку поговорим. О, кошмар какой-то. Это ужас, что они делают с животными. Видите, за нами идет большая толпа. Я так понимаю, эта схватка должна была закончиться смертью или мангуста, или кобры. Да, и скорее всего погибла бы змея. Скажите, а почему вы устраиваете эти бои? Зачем это? Люди бросают деньги, чтобы сделать ставку и посмотреть бой. А мы часть забираем. Проводим, чтобы содержать семью, кормить детей. Вот мои дети. А у вас есть семья? А у меня дочка. Я понимаю. Можно ли я куплю у вас и кобру, и мангуста, и отдам в зоопарк? Или отпущу на волю куда-нибудь? Дело ваше. Сколько? 2000. Держите. Так, спасибо. А сколько стоит кобра? За десятку отдам. Держите. Добавь еще детям на конфетки. По-моему, я для конфеток дал хорошо. 10 тысяч. Это хорошая цена. По рукам договорились. Спасибо. Все, я быстрее ухожу, потому что мы собрали большую толпу. Это уже небезопасно. В принципе, то, что я сейчас делаю с точки зрения закона, может быть расценено неоднозначно. Но я когда увидел, как они сцепились, я понимал, что исход будет только один. Кобра погибнет, учитывая условия, в которых тут эксплуатируют животных на пляже, не дают им шанса на долгую жизнь. Я не знаю, что с ними делать дальше. Завтра
с самого утра мы набираем зоопарк городской, спрашиваем, как нам лучше поступить, и в любом случае мы куда-нибудь пристроим этих животных. По дороге в отель мы с гидами поехали на рынок, чтобы купить коробки для питомцев, сделать вентиляцию и позволить кобре и мангусту безопасно переночевать в моем номере. Но пока мы искали коробки для зверей, у нас произошло, мягко говоря, ЧП. Друзья, у нас непредвиденные обстоятельства. Такое только с нами может произойти. Мы потеряли кобру. Мы зашли в машину, а кобры нету. Мы после пляжа поехали покупать коробки для кобры и для мангуста. Вот. Отпустили охрану, купили коробки, чтобы сделать дырки, и ночью кобре и мангусту было комфортно. Кобра прогрызла мешок, и сейчас операция по поиску кобры. Мешок с коброй я лично положил на полу в салоне. Поэтому с большой вероятностью кобра прячется где-то внутри автомобиля. И главная опасность в том, что никто не знает, где именно и откуда именно она появится, и укусит ли. Я вот сейчас забежал в номер и взял мотоциклетные перчатки. Мне реально страшно. Впервые в моей жизни такой опыт. Значит, показываю вам. Это мангуст. С мангустом все хорошо, мы его пересадим в коробочку. Это мои штаны. Камера. Запчасти гида от мотоцикла. Пакет, подушка, рюкзак, кофта. И вот мешок от кобры, вот в нем дырка. Кобра куда-то убежала. Первое, что нужно проверить, все места под сиденьями, карманы. Смотрите внимательно все, чтобы она меня не цапнула. Здесь нету. Чашка, бутылки. Кобры нету. Мы потеряли кобру. Это жесть. Если что, хватать ее надо сразу. Вот кофта. Сразу кофта ее хватать. Нет. Вообще, зная этих животных, они могут забраться в любую щель вообще. В операции по поиску кобры участвует и наш гид Хамза. В успехе операции он заинтересован больше всех, ведь кобра потерялась именно в его машине. Самое печальное, если она забралась куда-нибудь вот сюда, под педали или в моторный отсек. Тебе реально надо разобрать теперь пол машины, чтобы понять, ты с коброй ездишь или нет. Здесь ее нету. Не, ну тут, к сожалению, столько мест, в которые она могла бы забраться, что просто нереально много. Она может быть тупо где угодно. Мы ее потеряли. Ну или она у тебя завоняет через, я не знаю, месяцок. Реально нужно на СТО, блин, машину раздевать. Что, другого выхода нет? Вот такие приключения. На СТО мы сможем поехать только завтра. А сегодня нужно незаметно пронести в отель «Мангуста». Так что ночую я сегодня не один. Заходи. Проверить, как ему. Ох, какой. Зайчик, куда же тебя положить на ночь, а? Чтобы ты не нервничал. Ай! Хорошо, что я делал перчатки. Острые зубы какие, слушайте. Давай, зайка. Давай, в мешочек. Давай. Вот так вот. Ему лучше в его мешочке. Так, я выношу на балкон. Чтобы у него был свежий воздух. Так. Ой, он высунул голову. Я чувствую, ночка мне предстоит веселая. Ночь у меня и у мангуста прошла неплохо. И следующим утром мы отправились на СТО, чтобы продолжить спецоперацию по поиску кобры. Друзья, очень необычная у нас сегодня поездка. Как видите, я сижу, положив ноги на сиденье, разулся. Наш гид управляет машиной, положив одну ногу тоже на себя. Управляя только одной ногой, благо коробка автомата. Честно говоря, это страшновато, да? Да, да. Никто не знает, где сейчас находится кобра. Саня вон тоже свои ноги в своих фирменных носках положил. Вот так вот. Повезло в этой ситуации больше всех нашей охране. Она едет в кузове, и там точно нет кобры.
направляемся на СТО, нам просто придется разобрать машину. Мы не можем дальше пользоваться этой машиной, если не проконтролируем, что змеи здесь точно нет. Мы надеемся, что мы найдем ее сегодня. Вот здесь ремонтируют машины. Будем искать змею, друзья. Чего у нас только еще не было в истории программы, но машину для того, чтобы найти кобру, мы не разбирали. Так. Ассаламу алейкум. У нас вчера, вы не поверите, только не смейтесь, пожалуйста. У нас убежала кобра, змея, внутри салона. Мы не можем ее найти. Нужно разобрать салон и посмотреть, где кобра. Куда убежала? Мы не знаем, мы обыскали, мы не можем найти. У вас такое было в практике когда-нибудь? Нет? Нет. Звучит, возможно, и весело, но на самом деле кобра очень опасная, ядовитая змея. Если после укуса вовремя не обратиться в клинику, где есть противоядие, человек умирает. У гида на всякий случай приготовлен номер телефона клиники, где есть противоядие. Ну что, друзья, начинаем. Мешочек со змеей лежал вот в этом месте. Здесь она ему прогрызла. Я открыл дверь, увидел мангуста и увидел пакет из-под змеи. Я прикоснулся к нему, а змеи там нет. Существует минимальная вероятность, что когда я открыл дверь, она шмыгнула и выскочила. Но я открывал дверь и смотрел вниз. Я сразу увидел пакет. Я бы заметил, как она выскочила. Сиденьях нет. Салон разобрали. Честно говоря, теперь я не воспринимаю серьезное выражение про сложность поиска иголки в стоге сена. Поверьте, искать кобру в джипе сложнее. Есть сотни мест, где она может спрятаться. И каждое из них нужно внимательно и, главное, осторожно осмотреть. Здесь ее нет. Скажите, в этой машине технологически есть какие-то отверстия, через которые она может выбраться в моторный отсек? Нет, невозможно. Здесь все закрыто. Вон туда могла залезть. Господи, вот так вот иногда неожиданно меняются все планы. Нету. Вот, смотрите, подняли ковер. Все под обшивкой. Нету. Здесь тоже нет. Мы разобрали весь салон. Сняли все, что только было можно. Сиденье, отделку, ковры. Абсолютно все внутренние элементы. Остались только органы управления автомобилем. Друзья, остается один вариант. Давайте снимать торпеду. Сложно ее снимать, но придется. То есть мы разобрали всю машину. И это не дает никакой гарантии. Вот там есть отверстие, которое уходит уже в сам кузов. Вот металлическое отверстие, в которое тоже она могла легко зайти. Смотрите, вот место, где крепеж ремня. Сюда спокойно могла залезть. Здесь же большой объем пустот. Да, кузов внутри полый. Так тогда нет шансов. Можно не искать. Это пилить машину только. Ну вот она может быть где угодно. Она может быть здесь, 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 здесь. И вот, смотрите, пошел дальше. О, оно пошло сюда дальше. Она могла спуститься сюда. Сейчас сниму видео, посмотрю. Вот так, со всех сторон. Там очень много пустот. Она могла куда-то туда уйти. Я, честно говоря, уже надеюсь, что она выбралась все-таки. Так мы ее никогда не найдем. Это единственный вариант, друзья, реально брать болгарку и разрезать машину на части. Я думаю, мы машину резать не будем. Да, точно. Но самое главное, остается опасность пользоваться машиной дальше. Если она выберется потом и тебя возьмет за ногу. Я слабо верю в это, но попробуем. Увы, поиски оставались безуспешными. В ход шли самые невероятные и неожиданные предложения. Может, позовем заклинателя змей? Заклинателя? Да. На дудке играть? Да. Вообще-то нужно вызывать герпетолога, но здесь мы не найдем герпетолога. Да. Все пошло не по плану, к сожалению. Спасти кобру у нас не получится. Если мы ее не найдем в этой машине. Но если мы сейчас не найдем ее под консолью, значит, мы будем брать другую машину, уезжать в зоопарк, потому что у нас мангуст. Его нужно правильно кормить, за ним нужно правильно ухаживать. А эту машину оставим на сборку. На это уйдет очень много времени. Вот так, друзья, иногда все идет совершенно не по плану.
Наша необычная задача привлекла всех сотрудников СТО. Поиском подключился специалист по кондиционерам. Сейчас посмотрим вашу машину. А кобра большая, маленькая? 1.5 метра. Такая где-то. Она вполне могла забраться в кондиционер. Змеи часто ищут, где прохладнее, потому что на улице жарко. Вот змея. Вижу, вот она. Где? Стойте. Нашли, да? Там внутри. А, вот она, друзья, мы нашли ее. Вы представляете? Он был прав, она возле кондиционера. Фух, я испугался. Так, друзья, давайте быстро придумаем, как достать ее. Есть палка какая-то. Или пинцет. Тихо, закройте дверь, чтобы она не выскочила. Где чехол от змеи? Вот он. Завязали скотчем, проверяем, все. Оп. Так, кто мне поможет? Нет. Я не буду. Пинцет дайте хотя бы тогда. Так, все разбегаются. Я помогу. Вы, вижу, смелый мужчина, идемте. Большой кусок ткани нужен. Есть? Вот, смотрите. Становитесь возле двери, держите мешок. Если вдруг она выскакивает, вы ее хватаете мешком. Если что, вы ее накрываете и придерживаете. Не убивайте. Так, все приготовились. Друзья, вот она. О! Шипит, бросается. Хорошо, что я в перчатках. Она реально, она выпады делает. Это опасно, я боюсь ее повредить. Я хочу, чтобы она живая осталась. А можно как-то убрать вот этот провод? Нет, так не получится. Вот здесь хомут пластмассовый. Два хомута убрать. Пускай отрежет, потом приклеим. Там резать нельзя. Я сделаю потом. Дайте кусачки. Вот эту часть. Она бросается. Накройте мне руки, чтобы она меня не схватила над перчатками. Да, вот так. Так, теперь. Вот. Идите сюда. Держите вот так. Держите. Оттягивайте. Вниз. Вот. Мне пространство нужно. Видите, все снимают вокруг. Смотрите, тут мы целое шоу устроили. Ребята, все хорошо будет. Вот она. О. Вот она, смотри, пошла вниз. А вот она. Она опять сюда же забралась. Так, стоп. А, вот она. Я за хвост ее взял. Саня, осторожно. Где она там? Где голова? Давай я сюда подержу. Подержи. Смотрите, какой длины она. Я держу ее за хвост здесь. Вот она, смотрите, выходит. Сейчас я накрою. Саня, отойди. Я ее отпускаю. Вот она, нет. Вот она. Вот она обратно пошла. Оп. Вот она, вот есть. Вот она. Есть. Тихо, рано хлопать. Вот. Давай. Вот она грызет, смотрите. Кусает мешок. Я ее взял идеально. Фух. Вот это адреналин. Смотрите, всем радость. Видите, друзья, мой опыт общения со змеями прошел не зря. 10 лет в миру наизнанку. Мы 10 лет общались со змеями, я знаю, как это делать. Вот. Вот. Спасибо. Вот, друзья, видите? Все-таки она оказалась в машине. Вам большое спасибо, вы мой главный помощник. Давай мешок. Давай, коллега. Все. Есть! Мы ее отправляем в зоопарк торжественно. Наученные горьким опытом, на этот раз мы запаковали кобру дважды. Фух. Друзья, это невероятные эмоции. Такого адреналина я давно не испытывал. Все. У тебя такое было когда-нибудь? Вообще, во сне даже не было такого. Моя машина и моя машина земля. Ты готов был ее разрезать? Нет, я не готов. Машину гида мы оставляем на СТО. Собирать ее будут до вечера. Пока мы искали змею, наш второй гид Умар связался с зоопарком, чтобы узнать, как официально передать животных, которые в дикой природе уже не выживут. Подъезжает машина службы охраны. Аккуратно с коброй, змеей, да.
Поехали. В зоопарк можем ехать? Они хотят для зоопарка подарок поручить олень. В смысле, это типа взятка? Ну, не знаю, без оленя никак. Оказалось, сдать спасенных животных в зоопарк не так-то просто. Специфика страны. Сказали, да, мы готовы взять мангуста с коброй, но возьмем только, если вы передадите нам оленя определенной породы. Планы меняются каждую секунду. Мы несемся теперь уже не в зоопарк, мы несемся на частную ферму. Я в виде взятки еду покупать оленя с мигалкой. Это какой-то цирк просто. Просто какой-то цирк. Вот, приехали. Оказывается, купить оленя в Пакистане проще простого. На частной ферме, прямо в центре города. За $400 нам продали беременную олениху породы чинкара. Именно такую попросил зоопарк за то, чтобы принять мангуста и кобру. Друзья, так еще олениху, змею и мангуста не охраняли никогда. Поехали, ребята. На месте нас пришла встречать целая делегация. Герпетолог, биолог и руководство зоопарка. Ассаламу алейкум. Я Дима. Абдараис. Дурамир. Фарид. Фарид, очень приятно. Мы привезли вам новых жителей, обитателей. Давайте начнем с оленя. Помогите. А почему вам понадобилась именно вот такая порода? У нас есть самец этой породы, но не было самки. Друзья, я немножечко беру свои слова обратно. Это уже нельзя назвать взяткой. Это действительно официальная помощь зоопарку. Нужна была олениха. И сейчас я, когда вижу, как это происходит, я понимаю, что это просто так попросили помочь. О, вот. Олень одинокий. Мы ему самочку принесли. Ну что, друзья, торжественный момент. Раз, два, три. Выпускаем. Выходи. Твой новый дом. Олениха бегает, осваивается, да, переживает пока. Давайте выйдем, чтобы ей было спокойнее. О, купаться, купаться бросилась. Смотрите, прыгнула в воду. Класс! Я так рад! После того, как олениха наконец в своем новом доме, в новые апартаменты после долгих мучений на пляже наконец-то отправляются кобра с мангустом. Это мангуст, держите. Ваш новый питомец. Давайте ножницы. Срочно нужно снять веревку с шеи. Давайте разрежем ошейник. Есть! Окей. Вот он, вцепился. Не отпускает меня? Отпускай, малыш, отпускай. Эй, все, отпустил. Встречайте его в вольере. Сейчас он появится здесь. К сожалению, он не на свободе, но животное, которое много времени провело с людьми, воспитывалось, уже не сможет выжить в дикой природе. Здесь ему лучше, здесь о нем будут заботиться. Вот он уже осваивается, изучает территорию. Ну что, а теперь остается справиться со змеей. Самое интересное. Ну что, выпускаем на свободу. Оп. 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 Она, смотрите, она атакует так, да? Оп. Она атакует. Очень молоденькая кобра. Ей где-то от 2 до 3 лет. Смотрите, какая она боевая. Опа! Больше рисковать не буду. Давайте запускать ее в вольер. Итак, наша кобра торжественно обретает новый дом. Ура! Вот, пошла гулять. Просматривая территорию, щупает. Хочется пошутить. Пытается найти, где кондиционер. Желаем ей долгих лет жизни. Спасибо, что подарили нам мангуста, кобру и олениху. Для нас честь, что вы принесли их нам. И спасибо вам за то, что спасли жизни этим животным. Спасибо вам за вашу доброту. Никогда бы не поверил, если бы в начале прогулки по пляжу Клифтон кто-то сказал мне, что этот день превратится в настоящий остросюжетный фильм, участником которого стану я. Возможно, в этом и кроется магия самого популярного пляжа Карачи – Клифтон. Несмотря на мусор,
Тут настолько красивые закаты и волшебная атмосфера, что просто невозможно не радоваться, глядя на закат. Я очень надеюсь, что в скором будущем на этом пляже будет еще больше веселья, а издеваться над животными, которых стравливают в смертельной схватке, запретят. Клифтону и без того найдется, чем удивить путешественников. Каждый, кто приезжает сюда, просто не может остаться равнодушным. Эмоции тут гарантированы, и мы сюда еще вернемся. Готовий до подорожей? Suzuki Jimny – це пригоди та безумовна свобода руху. Відкривай світ разом із Jimny. Смотрите в следующей программе. Самое необычное животное из существующих в мире. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что у вас в зоопарке живет человек-лиса? Правда. Как мифическое существо стало главным аттракционом в Пакистане? Заходим, видим занавеску, ждем, когда потянут за веревочку и занавеска откроется. Мы заглянем за решетку вольера и откроем тайну фантастического зверя. Двери закрывают, потому что это большой секрет. Никто не должен из посторонних увидеть, что происходит там внутри. Знаем, почему этот человек живет в клетке. 27 лет в этой клетке?